О звездах. Одной строкой. Сильвестр Сталлоне – один из самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде. Его образ всегда будет ассоциироваться с двумя легендарными героями – Рокки Бальбоа и Рэмбо. Он изменил представление о том, каким должен быть настоящий герой. Все его персонажи становились культовыми, в принципе, как и он сам. В 1974 он снялся в своем первом хите «Лорды» из Флетбуша, но прославился только в 1976 после драмы «Рокки», в котором сыграл бесстрашного боксера Рокки Бальбоа. Фильм выиграл в номинациях «Лучшая картина», «Лучший режиссер» и «Лучший монтаж», а общая сумма вырученных средств во всем мире превысила $225 миллионов. Rocky won for Best Director and Best Film Editing and grossed over $225 million worldwide. По мотивам этого фильма было снято 5 продолжений. Релиз последнего пришелся на 2006 год. Сталлоне снялся во всех частях. Во время рекламного тура по Австралии в 2007 он попался на использование запрещенных гормонов роста. Его официально признали виновным и обязали выплатить штраф в размере более $9000. Другая знаменитая роль Сталлоне – вьетнамский ветеран Джон Рэмбо в приключенческом фильме «Первая кровь». Фильм подвергся жестокой критике, но собрал огромные кассовые сборы и потянул за собой 3 продолжения. Сильвестр Сталлоне дважды получал Оскар. Он успешный режиссер, продюсер и киносценарист. Но поклонникам он всегда запомнится как Рокки Бальбоа.